знаете, действительно, сегодня мы приехали вот сюда, в областной родильный дом, с нашими коллегами, представители нашей витебской депутации, делегаты, избранные от Витебской области, приняли решение часть средств, заработанных из собственной зарплаты, сложиться, так сказать, и перечислить, и закупить средства защиты. Ну и мы приняли решение, в общем-то, это было такое коллективное решение, что это должна быть областная организация, поскольку депутаты со всей области приняли участие в этом. Вот, и мы попросили наше предприятие «Витебская труд» изготовить защитные комбинезоны, эти средства, которые мы собрали. Ну вот сегодня они это выполнили. Спасибо им огромное. Мы сегодня передали это руководству Витебского областного родильного дома. Выполнить поручение депутатам области, которые избраны от Витебской области. У нас 14 человек. Тенгиз Бунбадзе узнал, что мы едем в Витебск и едем в областной клинический родильный дом. Он в течение часа решил вопрос и передает вам еще защитные щитки, вот, которые вот здесь вот расположены. Я думаю, они тоже вам принесли. Сказать слова благодарности вам. Вы действительно на сегодняшний день герои. Это можно долго говорить, но я не буду. Просто низко вам кланяемся. Спасибо огромное. Мы гордимся вами. И нам никогда не было стыдно ни в Витебске, ни в Витебской области, ни в Минске, ни в стране, ни за рубежом, за наших докторов. Благодарности за теплые слова, которые вы сказали, за ту помощь, которую вы оказываете. Поэтому огромное всем большое спасибо. Пожелать здоровья всем нам. Берегите себя. Мы с коллегами желаем вам только здоровья. Спасибо большое. Счастья. Всем вам. Спасибо. И вам здоровья. Всем. Мы вместе. Спасибо. Мы вместе. Всего доброго. Если что, говорите, звоните. Хорошо. Всегда на связи. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. До свидания.